Это вот, допустим, на горе, ну, это на народном камне, да, стояли на точку на ресторане. Дорогие друзья, прямо сейчас на веб-зоне состоится защита мемориальных проектов конкурса «Сохранение памяти». Это благотворительный проект, посвященный заслуженным гражданам нашей страны, чье место сохранения нуждается в благоустройстве. Ирина Долженко, вам слово. Город Донецк. Приветствую вас. Это долгожданное событие не только для наших конкурсантов, а для всей мемориальной сферы. Поднимите руки, кто изготавливает, продает памятники? Кто делает проекты мемориальных комплексов? Кто хочет, чтобы больше было заказов не типовых, премиальных, эксклюзивных, очень дорогих? Памятник за своей мамы. Я понимаю, что волнительно очень, но пару слов поддержки на пульте нашим конкурсантам. Трудно выбрать, мы вчера с Ириной почти до 2 часов ночи втерзались, да, в выборе. Прошу прощения. Ну, давайте, фальстарт еще раз. Похлопайте! Будучи маленькой девочкой, я никогда не думала, что я буду стоять на этой сцене и выбирать памятник действительно великой и представлять памятник великой актрисе Нине Ивановне Руслановой. Мы очень старались, мы прожили... Времени не займем, но я думаю, что вам будет действительно интересно, как мы это видим. Можно попросить следующий слайд, пожалуйста? Следующий слайд. Эскизный вариант. Стилизация занавеса. Создание атмосферы театра. Следующий, да?
Как-то не помнили, что помимо театра, Ивана Ивановна играла кино. Чем театр отличается от кино? Кино – это личность, театр – это жизнь. Кино – театр. Которые говорят о том, откуда все-таки ведется дорожка и как она пришла к этому великому кино. Спасибо большое за внимание. Эмоции, собранные эмоции, которые реализованы с помощью форм, размеров, сочетания цветов. Это проект «Грани». Здесь есть две клумбы. Одна клумба